Но тем не менее, они заявляют, что 230 тысяч тенге в среднем. Ну, это, наверное, учителя должны круглые сутки фактически проводить на работе, быть рабами, фальсифицировать итоги выборов, подметать улицы, как сейчас режим их использует, подрезать газоны, травы на гольф-полях для Назарбаева. То есть это нужно быть рабами в понимании режима Назарбаева, чтобы учителя получали 230 тысяч тенге. Мы же говорим, что в первый год реформ учителя будут получать 300-400 тысяч тенге, минимум в два раза больше, а затем в течение 4 лет до 500 тысяч тенге. Мы, к сожалению, вот не гарантируем, что за 4 года мы успеем нагнать и довести уровень заработных плат до 750 тысяч тенге. Мы говорим, что зарплата будет учителей приблизительно в течение 4 лет до 500 тысяч тенге дойдет. Вот что будет. Понимаете, это реальность.